Всем привет, с вами снова Денчик, и сегодня мы проходим... Сейчас мы что будет у нас? FS Carbon Out The City. Нам теряет целый час. Со мной, как всегда, Getaway. Что ж я записывал? Что он целый час? А, УК Open Racing. Так, это... ну что ж. Продолжаем нашу карьеру. Так, что мы тут не выполнили-то? Ух ты, тут еще гонок-то, херово вагон вообще, вагон целый, гонок этих. Удрать это от ментов, что ли? Я не знаю, я не играл. Удрать, что за удрать, ну-ка. И я респавнюсь один. Какое дело, да, это ментры. Что-то ментов нет. А, не, менты. Чего там? Кто там зареспаунился? Менты. Вот. А, нет, это какие-то чувачки. Это все-таки это менты все-таки или нет? Нет, это какие-то чувачки. Ага. Из какой-то банды. Местные, наверное, банда. Что за режим убрать? Непонятно. Понятный такой режим. Правда, гонок. А. Сейчас я доеду вот до этого кольца. И что, я выиграл? Ну да, я выиграл. Угу. Так. Ну что ж. Сохранить и уйти. Да. Так. Карта гонки. Так. Нажми сюда, если ты готов к соревнованиям. Там есть это, такой режим называется разблок, по-моему. Как-то еще. О! Можно с боссом покататься. Шоссе восточное какое-то. Да, по-моему, тут стоит бомбу себе пройти оставшуюся. Я не знаю, как она еще хрена. Она же хрена. Здорово. Чувак, ты далеко уехал. Where is that?
Откуда вот это нужно смотреть? Я поворачиваю на эту машину, и почему-то у меня применение помощника на эту кто закладчик. Почему? Я не знаю. Ладно, его затормозил чуть-чуть. Стоять. Стойте, ёбка, ты ладно. Гонка по шоссе капец какая-то длинная. О, чувачки, я же вас догонять начинаю. Не, заново давай. В натуре настройки настроить там, а то что-то. А что-то у меня так, панель, прибор. Тут нет такого, как типа настроить клавиатуру, блин. Эгар для PlayStation, какая клавиатура, Данил, ты чего? Да нет, я вот сюда зайду, управление, назначение кнопок. Так, назначение кнопок, вот. Стик влево. Стик вправо, вот. Контрол может. Продолжить. А то что-то как-то фигово. Когда на одну и ту же кнопку. Ёкарный баба, стик это. Стик вправо это поворот, блин. И почему. Стик вправо это поворот. Это поворот, блин. Почему на всю одну и ту же кнопку, ё-мо. Вот, например, может кон. На контрол. Как сюда попадаю на контрол, смысле, да? Mm-hmm.
Так, что-то я не понял. Вот, надо на правый Ctrl. Так, это так неудобно будет. Так. Ctrl, Ctrl, Ctrl. Правый Ctrl. А тут, скорее всего, мы проиграли. Так. Да, блин. Так. Да, мы тут, скорее всего, проиграли. Что там уехали боты дальше уже. Теперь главное понять, что на Ctrl это применение этого. Помощника. Да, теперь на Ctrl. Слава богу, на Ctrl. О, оно прижимает. Красавчик. Давай, прижимай его. Все, он, знаешь, что боец делает? Он его чисто прижимает. Чего? Ну, этот, как его, блокиратор. Штурман, короче, который блокиратор. Ага. Только почему-то здесь он назван боец. Знаю. Попробуйте нас восхитить. Так-то это блокировщик. Да, это блокировщик, точно. Давай, заблокируй этого придурка. Давай, блокируй. Сейчас он его начнет блочить. Блин, если Картер победит, почему-то я проиграю. Это, кстати, недоработка. Я говорил уже в шестой серии, первый. Что это недоработка разработчика. Если Картер выиграет, тогда я проиграю. Они летят к тебе. Напарник ли а-ля твоя команда? В то же время нет. Так вот. Правильно мы сюда идем? Давай, что-то твои, красавчик, забочил. Он ему врезал конкретно. Ага. Так, интересно, кто там у нас сзади? Пока никого. Не врезался. Ничего страшного. Так, чувак. Там у меня этот. Блин, что ты не можешь назад? Сзади этого заблочить. Здесь. Ой, это что такое? Это что у меня выскочило? Так, это хрень какая-то. Это хрень сейчас выскочила. Ну ладно. Так, кулачки, вы что-то борзели. Ой. Ага, ну давай-ка убери этого придурка. Давай, красавчик. Прижимай его. Оказывается,
Тут он может прижимать хотя бы его. Угу. А в обычном карбоне он просто выводит его из строя. Так, нам какой-то хочет присоединиться. Пиздец, мне тоже не особо получается, если... Какую? К нам? Всё, кстати, это босс был? Вау. Я босс победил. Так. Молодец. Тебе должны открыться новые тачки. Всё, босс побеждён. А, ну типа нанимать это помощников как в карбоне. Ага. Ну вот, выбор помощника, вот. У меня всего лишь два помощника. Кита это этот, который шипы сбрасывает. Ага. Маркус. 70 очков уважения нужно. Просто придется эту взять, Киту. Так, выбрать. Что там? Готово. Все. Это теперь у нас команда. Так, чуток Так, что-то я не пойму. Угу. Так. Так, ага.
Вот так вот. И готово. Готово. Ой. Ну и можно начать готово. Так, теперь назначит видимо. Это команда? Ага. Ну, в принципе, Картер мне больше нравится тут. Из всех нормальных чуваков. Угу. Так, выбрать новых пилотов. Чего? Каких пилотов? Да, переводчик дает о себе знать. О, детали, тюнинг кузова. Угу. Так, это у него доступный. Не, дай-ка я свою машину зачем. Так, мои тачки. Визуальные запчасти. Запчасти. Вау-ка. Тюнинг кузова. Купить. Спойлеры. Спойлер уже есть. Винилы. Вот. Ух ты! А тут, кстати, даже круче винилы, чем во всех НФС. Почему-то... А, это... Нет, это уже после... Это с этого НФС. С... Андера. Кое-какие. Ага. Да, некоторые с Андера, кстати, винилы. А если вот этот винил? А как его, кстати, Он что, не перекрашивается? Склад. Сирена склад. Ну да, что-то он краска, оттенок света, оттенок окна. А чё, есть нету что ли такого, чтобы винил перекрасить? Походу дела нету. Блин, такого дела нету, блин. Как винил перекрашивать. О, ББС-очки. Покраска. Ага. Можно перекрасить диски. Только покрасить тачку и все. Да, неплохо так получилось. Так, ладно, назад, назад и назад. Так, запчасти, что у нас с запчастями? Мотор. Управление, вот.
Ну вот и все. Протюнили мы нашу тачку. Ну и все, можно возвращаться назад. Карта гонки. Так, этот побежден. Так, теперь этот район наш. Так. Так, и чуть не успаю. Вот он у меня на шип стоит. А? А вот у меня на шип стоит. Ух ты, а что тут два этих какого? Два драйва, понятно. Прикольно. Два напарника? Не может быть такого, чтобы два напарника. Ой, чувак. Давай, картер, давай. Кстати, чё второй чувак не работает? Я знаю, кого не знаю. А, во, надо интер нажать. Стой, чувак. Сейчас я разгоню. Разгоняй меня. Оу! По-моему, в Карбоне обычным такого не было. Что типа два напарника? Можно иметь два напарника. Давай, разгоняй меня, чувак. Ай. Кстати, я что-то анимация азота не вижу. Слышится только звук. Вот прикол, он из Зандера, по-моему, этого... первого или второго звук этого азота. Так, гони. Так, давай разгони меня. Это нифига не работает, не выгоняю. Давай, чувак. Блин, у него перезарядка идет, способность. Так,
Выгоняй его. Капер, блин. Карта его уберет. Так, чувак. Бери его. Ай, блин, поворот, в который я не вошел. Мама, за ним мама обжимила страница удалена. Нормально. Проиграли, ёкарный бабай. Конечно, начать заново, ёкарный. Почему так мало азота боится? Не помню этот баллон. Чувак, а ты знаешь, что вот эти вот обозначения похожи на эти обозначения, где, которые в официальной игре скрытый какой, а, да. Скрытая команда, которая крестовая, крестов такой. Для самураев, что ли? Ну, в официальном карбоне такой, типа, на каждой этой, на каждом районе вот эти вот... Это лес самурай. Типа вот, да. Вот такая раньше команда была, она типа всеми районами была. Здесь все были районы. Потом. Короче, такое. Ну, рабочие тоже есть. Такая же фигня, кстати. Сейчас я видел, посмотрю, как он будет. Сейчас я посмотрю. Бандик не видит игру. Красава, братан. Привет, красава. Thank you.
сейчас не оставит. Вымети, сейчас не ничего. Я думал, мне будет сам поставить, что я буду поставить. Опять этот финишировал. Фигня. Ну мы чё, машину сломал? Фигня выскакивает. Ааа,
А блин, почему этот вылезает все время? Так, что, последняя тест осталась. И буду оформлять ритми, и все фигня. О, чувак, спасибо этого. Слезнулся, погнал. Последний круг. Так, я здесь. Кто-то отходил. Ну и еще продолжаем. Че я вилку сделал, я готов. Thank you.
За мной мои чуваки едут, никто за мной пока не едет. Вот и все равно получается. Вы конечную результат, если не искать скидку. Так, теперь учись сохранить. Так, ага, хорошо. Так, что у нас там дальше? Мы один район захватили. А, у меня скайп завис. Ага. Так, мы один район захватили. Следующий, наверное, продолжим в следующей серии. А с вами был Денчик. Всем хорошего настроения, всем пока-пока.